Ну как, ребята, вам понравилось или... Очень прекрасно. Да, да, аплодисменты. Наши районы. Шериф хотел бы, чтобы выйти сюда, пару слов сказать. Ему понравилось, он понял, что мы сделали, не понял, что ли. Скажи нам тоже мы. Послушаем. У вас тоже есть Ашуги, Ашуксаки, там другие друга. Мы посмотрим, что сможем через него. Все хорошо, но почему-то вы здесь остановились, мы точно не знаем причины. Основное население наше, из Гинска, вот рядом, 15 километров. Там тоже кафе есть, там тоже есть зал, есть банкетный. Да? И кафе есть, там два кафе есть, оба заняты. Оба заняты. Да, ложить нельзя. Ну то, что вы отдельно приехали, спасибо вам большое. Нам наши сотрудники приехали. Многие просто не знали, потому что даже сюда могли приехать, но многие не знали, что мы сегодня вместе читаем. Какой вечер, вот вечер, вот. Вот от этого можете его ударить спокойно. Вам большое спасибо. Мы рады очень, что приехали. Вы тоже очень рады. Ну или с вами вместе. Будешь ты рад, что рад. В следующий раз можно даже узнать, через нашу администрацию Новскую, когда будет свободно вот это помещение, и можно даже сказать, что время приехало. Это будет намного лучше. Спасибо. Shut up.
Szabra német lőtusák, nem se sátói, nem se sábi lelk, hogy kezdjük a lejék a kümök a kerélék, nem se kell a kurály, sát biztos szára, a verbuzai kár a kurály csász. Итак, вчера у нас был концерт в Краснодаре, там много, около 200 человек, ну, там будет Арман, будет, да, людей. У нас будет организатор, этот, менеджер Адам. Пожалуйста, сюда подойди, пожалуйста. А сегодня есть у нас Алиева. Барабат на Аллах. Барат Юмеке Акуна, сейчас это постоянно, сейчас организатор у вас два. Чахкалас Юмеке, то есть Вахстха у вас два Чахкалас. Хотел бы она тоже выйти сюда, пару слов, чтобы они сказали. Пожалуйста. Хочу выразить огромную благодарность в первую очередь группе. Спасибо вам за то, что вы здесь, за то, что приехали, обрадовали нас своим прекрасным концертом, своим выступлением. Огромную благодарность хочу выразить тем гостям, которые сегодня пришли и поддержали группу, меня. Спасибо вам большое, чтобы вы всегда вот собирались дружно, чтобы все было хорошо у нас. В следующий раз, надеюсь, я опыта чуть побольше наберусь у нашего коллеги. И в следующий раз чуть побольше народа придет, мы соберемся всей нашей дружной станицей, все вместе с администрацией, со всеми. И очень хороший концерт будет. Как ты думаешь? Очень хорошо. Всем салам алейкум. Вчера у нас был такой концерт в городе Краснодар, когда мы набрали, ну, это был наш первый концерт вообще в истории, вот, и мы набрали большее количество людей, конечно, но мы, как скажем, по пути ехали, ну, и решили вам тоже сделать такое веселье, радость. Хочу сказать вам, чтобы вы всегда были на таких мероприятиях, чтобы вы сидели всегда за таким столом, с семьей. Дай Бог, я думаю, что в следующий раз мы приедем из... Надеюсь, может, не этот зал, но все равно в этом городе забьем дотла, до полного. Так что всех будем еще раз рады видеть. Спасибо. Чувствую. Я очень-очень рад, то, что у нас есть такие друзья с Северного Кавказа. Танец ваш. Мы хотели бы ваш на танец. Ваш танец посмотреть. Да, да, точно. Без вопросов.
Чурсово, за 15 років. І за 15 років, і за Агалонове, чи кілька років, цієї групи создавати, чи щось по нас вирішити. Яке Агалонове вбиває? Ви, будучи, якщо ви дійсно підає, ви чи кілька років, скерки, замлеки. Так, їхте за Палахава. Я не знаю, що вам сказати. У музики національність не буває. Я хотів би ви дуже ходили танцювати. Десь приходить один Алєєв, танцює, а ви стоїте. Можна ваші музики, що ви желаєте, можете заказати. Адихат, раз ви прийшли здесь Адихат. І Халу не знаю, як його звати. Можна би хотіти чого-небудь сказати. Для наш народ, для нашої нації, для нашої республіки. Непременно скажем, еще не вечер. Ну еще начнем, да? Я знаю, еще не вечер. И на Лухарцу права, я тоже не знаю. Раз вы пришли, ходите, танцуйте, радуйтесь. Чего вы сидите? Не надо грустить. Пожалуйста. Мы непременно скажем спасибо за предоставленное слово. Сегодня, конечно, вечер у нас прекрасный. Очень много положительных эмоций, музыка хорошая дается. Спасибо вам, ребята. Но, правда, я не могу не сказать сегодня, уважаемые мои, у нас тут могло быть гораздо больше людей.